Итак, здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, как мы делали ремонт на нашем балконе. С помощью шелковой декоративной штукатурки силк-пластер. Итак, начинаем. Сейчас мы подготовим наш жидкий обои силк-пластер к обработке. Заливаем водой и вставляем их на ночь. Итак, сейчас я вам покажу, как я это делаю. И вот что из этого у нас получилось. Спасибо, силк-пластер, что принес красоту в наш дом. Силк-пластер! Силк-пластер! Силк-пластер!